Ребятушки, всем огромный, преогромный привет! Вы находитесь на канале «Московский обжора». И сегодня уже на улице 27 ноября 2019 год. А спонсор этого данного обжора SKFC – мой донатер. А знаете кто? Илья Смелов. Илюха, Илья, Илюшка, Илья Смелов. Он мне вчера на ночном стриме задонатил разово, знаете сколько? 250 рублей. И попросил у меня, чтобы я сделал обжор, на что я, в принципе, захочу. Вот. А все дело в том, что всем мил не будешь и всем не угодишь. Вы это прекрасно знаете. И у нас в Москве есть и Макдональдсы, и Бургер Кинги, KFC. Короче, много чего есть. А я должен сделать какой-то обжор. И вот я вчера ночью очень долго ломал голову и думал, на что же мне сделать обжор, чтобы всем угодить, в принципе. И вот я все-таки решил рассматривать KFC. Зашел я на этот сайт, на официальный KFC, и посмотрел, какие там новинки у них, меню, короче, рассматривал. Ну, короче, не знаю, смотрел, все что-то мне не нравилось. На это я вроде делал, на то-то я тоже делал, это я не хочу, это я не люблю. Ну вот, короче, я вчера, в принципе, ночью выбрал и уже сегодня хотел поехать его, собственно говоря, и купить, и сделать на него обжор. А знаете на что? На рождественский темный бургер. Вот, он сейчас в KFC стоит 179 рублей. Этот вот рождественский темный бургер, он сочный, вот, бургер, короче, с ароматной ржаной булочкой и клюквенным соусом, а также сочным темным филе с оригинальным вкусом и свежими овощами. 203 грамма, и, короче, он стоит 179 рублей. Это вот рождественский темный бургер. Его все показывали по телевизору, там в рекламе, вы знаете, да? Но прежде чем его покупать, я это, ребята, посмотрел видео на ютубе других блогеров, и что-то они как-то отзывались о нем не очень хорошо. Я понимаю то, что на вкус и цвет товарищей, как известно, нет. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но действительно, я подумал, клюква, соус клюквенный с мясом, это, наверное, бяка. А там кто его знает? Гурманам, может быть, это будет по плечу. Вот, ну я, короче, думал, и сегодня утром встал, и хорошо то, что я не поехал сразу в KFC с утра за этим бургером, за рождественским. Я, прежде чем туда ехать, я включил свой компьютер, ноутбук, и опять в очередной раз зашел на этот сайт KFC официальный и посмотрел, может быть, что-то другое там появилось, может быть, что-то другое взять. Зашел, ребята, и действительно, мне чуть не сделалось плохо. Ура, ура, ура! Знаете что, ребята, мне просто-напросто повезло, потому что я зашел на этот сайт с утра, не поленился. И знаете, что я там увидел? Сегодня, ребята, 27 ноября, а это в KFC сегодня безумная среда. Безумная среда сегодня, ребята, безумная среда. И поэтому нужно им сказать на кассе при заказе всего лишь одно заветное слово, промокод, который состоит из четырех чисел, а именно 50-50, ребята, вот, 50-50 им нужно сказать, и тогда вы получите, ребята, шеф-бургер огромадный, шеф-бургер, там 200 с чем-то граммов в нем, шеф-бургер получите, делюкс, а две штуки по цене одной, вы представляете? Если вы скажете этот заветный промокод 50-50, вы получите две штуки по цене одного. Вот, шеф-бургер Deluxe, две штуки по цене одного. Одна штука, короче, стоит 144 рубля. Если вы не скажете промокод, забудете, или вы просто не знаете, вы тогда за штуку отдадите, за одну штуку 144 рубля. За две штуки, естественно, отдадите 200, вот это самое, 288 рублей, почти там около 300 рублей, дорого, да?
И я сразу же думаю, блин, надо торопиться, потому что только сегодня эта акция, только сегодня. Видите, как мне повезло, какой я счастливый. Не вчера это была акция, не завтра, а именно сегодня. Повезло мне, ребята, повезло. И вот я туда поехал в KFC и сказал, девушка, вот промокод у меня есть 50-50, сделайте мне шеф-бургер, короче, делюкс. Две штуки по цене одного. И действительно, вот она мне сделала это самое. И я вот за эти две штуки отдал всего лишь, ребята, за две штуки 144 рубля. Посмотрите, ребята, они еще тепленькие, тепленькие. Хотя сегодня на улице очень пасмурно, вообще солнца вообще нифига нет. Очень пасмурно, вообще противно на улице. Осенняя депрессия. И вот, посмотрите, ребята, мне уже запечатали все. Вот, давайте посмотрим, что там у меня положили. Сейчас покажу вам. О, какие здоровые, ребята, какие здоровые. Вот, она мне положила KFC шеф-бургер делюкс. Вот, тут написано уже даже это. Вот, шеф-бургер делюкс, видите, написано. Вот таких они вот. Без этих, без коробочек, а просто завернули. Вот, они еще тепленькие, ребята, вот. Так, и вот еще вторая штука, вот. Здоровые. А это вот острый шеф-бургер делюкс, ребята. И что я хочу сказать? Я говорю, девушка, сделайте мне... два шеф-бургера делюкс, это самое, один острый, а один обычный. Она сказала, молодой человек, так нельзя, надо либо два острых взять, либо два обычных, на то и акция. Вот, и когда я это самое сказал, ну нельзя, так нельзя, она мне все упаковала, завернула, я оплатил эту покупку. Пришел домой, сейчас открываю, оказалось-то, ребята, вы не поверите, она мне вообще угодила, подарок сделала, я не знаю, или это просто совпадение, но не могла же она ошибиться. Действительно, она мне дала, смотрите, ребята, одну штуку острого, вот, во всяком случае так написано, смотрите, острый шеф-бургер делюкс, видите, написано острый, вот, острый, острый, видите, написано, а вот на этом не написано, что он острый, ребята, не... а, нет, 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 пардон, нет, тоже острый, тоже острый, тоже острый. А я-то сюда смотрю, ребята, Оказывается, острый. Нельзя, нельзя разные взять. Вот, нельзя так, например, один острый, другой обычный. Надо либо два обычных взять у них, либо два острых. Вот она мне все-таки два острых дала. Все-таки я ошибся, да, два острых. Вот, ну хорошо, я острый люблю. Вот, и салфеточки дали. Вот такие вот салфеточки дали. Так, сколько дали? Ну вот, три штуки дали салфеточек. Она сказала, вам надо там это кока-колу, пепси, фанту, там сок какой. Я говорю, ничего не надо. Вот, давайте, короче, это самое. Ребята, попробуем, что он из себя представляет. Ну вот, короче, давайте откроем. Две штуки. Вот, две штуки, ребята, две штуки. Давайте мотор сделаем, не знаю, чтобы потом не делать. Получится, не получится. Ой, у меня сегодня праздник. Огромное тебе спасибо. Огромное тебе спасибо, мой донатер Илья Смелов. Огромное спасибо за донат за 250 рублей. Огромное спасибо. Поэтому, ребятушки, пока я не забыл, я ссылку оставлю под этим обзором, под этим видео в описании. Ссылку моего этого донатера Илья Смелов. Поэтому переходите по ссылочке и подписывайтесь на его канал. Парень молодец, очень талантливый. Но, правда, на его канале еще очень мало подписчиков и... мало видео, поэтому обязательно, ребята, подписывайтесь на его канал. Вот, поддержите паренька хорошими, добрыми комментариями и также лайками тоже поддержите. Парень старается, давайте будем друг другу помогать, ребята. Ему это очень важно. Поддержите его и подпишитесь на канал Илья Смелов. Вот, давайте. Сейчас, как нам сделать... Дурака, люблю повалять дурака, да, ребят? Ой, у меня даже горло охрипло. Давайте, ребята, у меня уже слюнки текут. Будем дегустировать, дегустировать будем. Ой, дегустировать. Пока он еще горяченький. Вот я водичкой обычной запью, фильтрованной. Вот. О! Только они как-то положили, что немножко это... А, нет, все нормально. Ой. Во какие красивые, слушайте, здоровые за такие деньги, ребята, две штуки
По цене одного, это я за две штуки отдал всего лишь 144 рубля. Посмотрите, как он выглядит, ребята. Какой он здоровый. Вау, смотрите, ребята, какой здоровый. А шеф-бургер делюкс, да, ребятушки? Вот, два острых взял. Шеф-бургер делюкс называется. По промокоду 50-50. Посмотрите, какой здоровый. Здесь вот кунжут я вижу. Еще тут что-то. Вот, короче, семена кунжута, что ли, да? Вот, смотрите, ребята. Вон там и огурчики. Вот, маринованные я вижу. Салат айсберг, сыр, панировочка вообще. Пахнет здорово. Давайте попробуем. На твое здоровье, Илья. Илья Смелов. Ой, слушайте, реально вкусно. Очень много мяса. Смотрите, ребята, здесь какая, как я понимаю, куриная грудка. Вот. Здесь и огурчики, вот я вижу, салат айсберг, соус, сыр там вот. Ну, много там чего есть. Острый, да, острый, но не такой, как в Бургер Кинге. А этот вот то, что надо. Очень вкусный. Нежный. Вот. Салат падает. Ой. Вкусно? Да. Очень здоровый. Класс. Круто я попал, да, ребята? На такую акцию. Это вообще, ребята, безумная среда, действительно. Класс. Класс. Очень вкусно, сытно. Он это, острый, но такой нежный. Не как этот я брал, помните, лютый воппер? Тот вообще был дьявольски острый. А это вот в Бургер Кинге. А вот этот в КФТ острый, но такой слегка, слабоострый. Ой, мясо, много-много мяса, класс. Как приятно, две штуки купил по цене одной за 144 рубля. И так много мяса тут, смотрите. Видите, какая грудка, ребята, куриная. Вообще, очень вкусно. Впервые я такой попробовал. Спасибо тебе, Илья, спасибо. Илья Смелов, спасибо за твое здоровье. Вкусная вещь, да. Шеф-бургер делюкс. Класс. Очень вкусная вот эта сама булочка. Косточек нету, это очень важно. Вот я уже первую штуку доедаю, сейчас вторую буду есть.
Да. Только он не особо, конечно, сочный, не особо. Потому что здесь грудка куриная, очень вкусно. Здоровье. Вот, ребятушки, я уже одну штуку съел, смолотил. Так, переходим ко второй штуке. Не знаю, смогу я съесть или нет вторую штуку. Две за раз, смогу или нет. Потому что они очень большущие, ребята, реально большущие. По 200 с чем-то грамм штука. Кому точно интересно, сколько здесь вес, зайдите на их сайт KFC и посмотрите. Но они реально здоровые, реально. Во, какая красота. Во. Во, какая красота, ребята. Сейчас я вам покажу. Во, какой здоровый. Посмотрите, ребята. Класс, класс. У меня сегодня праздник. Действительно безумная среда, да, ребята? Вот, по промокоду купить. Надо же, две штуки по цене одной. Это вообще, да, ребята? А так бы я сейчас отдал бы очень много. 300 рублей почти за две штуки. А видите, я за две штуки отдал всего лишь 144 рубля. Вот, видите, ребята? Вот так вот, ребятушки. А. Очень вкусная панировка. Вот эти семена очень вкусные, семена кунжута. Видите, здесь белые семена и какие-то эти черные. Вот. И панировка очень вкусная, она так хрустит, ребята. Этот острый, ну такой нежно-нежно, слабо острый. Такой я очень люблю. От этого хоть у меня там внутри ничего не ждет. Все нормально. Видите, какой большущий, ребята. Какие куски реально, да, здоровые этого мяса. Ой, вкусное. В кляре. Ой. Второй уже идет с трудом. Очень сытный. Класс. Давайте я буду меньше говорить, а то тяжело есть и говорить. Огурчики вкусные эти. Маринованные огурчики, салат айсберг, сыр. Вон такой сыр здесь. Много сыра. И ветчина там, ветчина даже, там ничего себе, ветчина даже, ребята. Или это не ветчина, а бекон, бекон, наверное. Вот такой, короче. Понравился мне, реально. Не знаю, мне почему-то KFC больше нравится, чем Макдональдс. Мне кажется, в KFC вкуснее.
Ой, вкусно. Ну, очень здоровый, здоровый. Это в двух штуках больше полкило. Реально здоровый. Ой, здесь даже лук. Лук репчатый, вкусный. Хрустит такой нежно. Вкусно. Тепленький. Как дома хорошо покушать. Не то, что на улице. Да, сейчас холодно, пасмурно, ветер, мороз. Дома вкуснее идет. Вкусно. Я удивился, то, что здесь очень много мяса. Поэтому огромное тебе спасибо, Илья. Илья Смелов, донатер. Спасибо тебе за донат. Накормил ты меня до отвала. Досыта. Досыта накормил меня. Соус вкусный. Поэтому дегустация на моем канале прошла в полном объеме. Я вот московский обжора. Две штуки съел. Шеф-бургер из KFC. А точнее, шеф-бургер Deluxe. Вот. Вау. Огромадная. Косточек нету. Отлично. И очень много мяса, очень, реально. Как я понимаю, это грудка, да, куриная? Не пожалели, много положили. Всего здесь очень много. Вы видели, да? Одни прям сплошные куски мяса. Да, действительно, безумно вкусно, безумная среда. Шеф-бургер Deluxe. Две по цене одного. Эти вот две штуки мне обошлись всего лишь за 144 рубля. Ребята, вы представляете? Обожрался. Ой, уже тяжело даже. Ой, сытные вообще, такие здоровые. Очень вкусно, вот я доедаю. Вот все, что осталось, видите? Острый, да? Но только такой, во всяком случае, для меня такой. Ну такой нежно-острый, нежно-острый. Спасибо тебе, Илюха. Спасибо. Спасибо, Илья Смелов. Спасибо. Накормил ты меня. Теперь, ребятушки, ждите на моем канале. Вот, в ближайшее время, в ближайшие дни выйдет дегустация, обжор на энергетик, который называется Red Bull. Red Bull, который окрыляет. Окрыляет. Так что ждите. А чтобы не пропустить, подписывайтесь на мой канал. Да, и не забывайте, ребята, заходить на мои стримы вечерние. Вот. И не забывайте заказывать у меня всякие обжорчики. Вот. Все в ваших руках, ребята, даже я. Ой, сейчас я облежу эти бумажки. Класс.
Что добро пропадает. Вот. И эту облежу. Все, всем спасибо, ребята. И отдельное тебе спасибо, Илья Смелов, за донат. Огромное спасибо. Было очень вкусно. Это вообще просто супер. Две штуки я сегодня купил. Вот таких вот большущих, острых шеф-бургер делюкс. Вообще. Просто вообще. Безумная действительно сегодня среда. Безумная. Поэтому вот такие вот дела. Не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо всем за внимание. Да, надо это... Забыл. Руки вытереть и лицо. Это такая вот концовочка по скриптум. Ой, обожрался. Не, реально обожрался. Ну, большие, по 200 с чем-то граммов в одной штуке. А я две сожрал за раз, вы видели, да? Ой, обожрался, ребята. А вам слабо столько съесть за раз? Я думаю, что слабо. Все, ребята, спасибо за внимание. Пусть у вас у всех будет все хорошо. Дай Бог вам здоровья, ребята.